В Новой Зеландии тоже есть мобильные репортеры. Иногда они даже находят, что снимать. Сейчас в южной части островного государства достаточно сильные лесные пожары. И роликов оттуда много. В том числе весьма зрелищные, снятые с помощью беспилотников или в панорамном режиме. Пока пламя довольно далеко от крупных населенных пунктов. Однако дымовую завесу хорошо видно за километры. Что касается огня, то он уничтожил несколько частных домохозяйств в аграрной местности. А 1000 человек пришлось эвакуировать. Кроме того, власти попросили жителей населенных пунктов, до которых добирается дым, не выходить на улицу без ватно-марлевых повязок и респираторов.